У нас был курс, что-то типа методы оптимизации, что-то в этом роде. Сдал один, получил два. И вообще, это из 200 человек. Нет, я вообще не пришел, не записывался ничего. Ну, она ничего, она ни на что не влияла. И я получил, кстати, 5 за этот экзамен. Ну, я не сходил ни на одну лекцию, да. Ну, раньше я бегал. Мечта любого любителя – это пробежать марафон быстрее 3 часов. Вот типа 2:59:59 – это типа все. Ты крутой. Вот мне не хватило 9 секунд. Бежишь, и каждый метр дистанции, там, с обеих сторон куча людей, тебя подбадривают, да, и то есть ты там можешь себя чувствовать, не знаю, как рок-звезда, типа. Я как раз пробежал марафон, через несколько месяцев пришел в Додо, еще побегал полгода, и вот, типа, все, как бы забросилось. Ну, есть куча вещей, которые нам надо сделать в Додоиз. Сложно выбрать, во-первых, как бы, ну, не я один выбираю, да, там, во-первых, у нас есть команда, во-вторых, у нас есть, там, продукт-оунер. Ну, из того, что, типа, светит в ближайшее время, ну, так называемая база справочников, вынести всякие справочные данные, которые у нас есть в Додоиз, в отдельный сервис, и чтобы он эти справочники стримил. Ну, я же простой разработчик, что мне скажут, что я буду делать? Нет, в смысле разработки я участвую, что ты наговариваешь? Сейчас, вот я сейчас, все, я понял. Сейчас вы нарежете, что типа я ничего не делаю и все.